Привет, братья-эволюционеры, ты истинный следователь. Сейчас немножко проведу, хочу поговорить. Но с позиции прогресса, революции, не просто проведу, как есть куча каналов на YouTube, там просто еду готовят и все, там какую-то дорогую еду. В основном недорогая у меня еда, как народ выживает, прогрессивный народ. Вот яйца карусели, никогда 30 штук не покупал. Стоит 78 рублей, ну, около 80 рублей, получается десяток около 30. Ну, там были, по-моему, еще 87, то есть около 90, но от даты зависит. И еще осталось дней 5, срок подходит, 25-е. Вот, и тут почти что срок проходит, подходит, поэтому они так и продают дешево. И сейчас много таких продуктов появилось в последний год, которых вот срок подходит, причем я недавно видел молоко, которое не неделю, а которое уже на 4 месяца, у него срок кончается. Это очень хорошо, потому что, значит, покупательная способность у населения падает. Хорошенько уже чиновники ограбили народ. Именно вот эту часть ссаную, поганую, которая не революционная, которая только жрет и срет. И свои права не защищает. И вот они вот обеднели, видно. Потому что прогрессивная эта часть, это, как я считаю, около 2% революционеров. Я и кто меня смотрит. Вот. И вот этот обычный, значит, уже начали затрагивать быдло народ. Ну и может быть вот до них дойдет уже, что государство говно. И в жопу надо его. Вот. И еще хотел показать, интересно, так в магазинах иногда путают наклейки. Здесь колбаса окраина, мурманская, она стоит 1000-1100. Там работник, какие-то приезжие обычно работают, налепил наклеечку, как видите, 600 рублей по карте. Ну и купил вот эту колбасу, которая 1100 стоит за 600. Неплохая колбаса, видите состав. Ой, состав — это пит-продукт. Вот написано. Видите, пит-продукт. А это не пит-продукт, это окраина швейцарская с сыром такой. Бывает много колбасы с сыром, но в этой колбасе она прям, смотрите, прям твердый сыр настоящий. Вот этот перец, блин. Хорошая колбаса. В основном никто ее, конечно, покупать не будет, и я бы не покупал. А вот такую колбасу или какую-то лучше, наверное, там за 3000 рублей едят вот эти чиновники, собаки, депутаты, ни за что. Еще потом убивают вас. Вот такая небольшая хитрость в магазине. Просто надо внимательно наблюдать. И вот так я просто заметил, что да, эта колбаса была дороже, раньше ее видел. Поэтому я могу что-то и другое пронаблюдать и полезное народу сообщить. От меня офигенная польза. Ну, всем пока, это был истинный следователь про дешевые яйца с кончающимся сроком хранения и ошибку с наклейкой товара в ленте.